Вот он, ЛТ-4-3-2. Танк, блин, какой же хороший танк на самом деле. Но здесь я постараюсь сейчас что-нибудь вообще лютое выдать. И для этого мне нужно будет поставить все самое идеальное на него. Это 100% оптика, это 100% малошумочка, чтобы была максимальная... у нас что, максимальная маскировочка и обзор. Обзорный прибор. Это первая стандартная сборка на ЛТ. Тут мы добавляем еще, скорее всего, вот эту тему есть. Мы идем вот сюда. Ставим вот это. Мощность двигателя, максимальная скорость вперед. Что здесь по мобильности? 33 уделка. Все, это максимальная скорость вперед по-любому. Точность не очень хорошая, если я не ошибаюсь. Да, не очень хорошая на 34, так что ее улучшаем. Дальше, вот это нам не нужно. Здесь максимальная скорость назад. Да, она нужна. Потому что у него 23, будет 26. Это четко. Тут огневая мощь или мобильность. Наверное, нам ничего не нужно из этого. Две сборки, вторая сборка у нас будет чисто на урон. Здесь мы ставим так, так, и, наверное, вот так вот по обзору у нас будет 443. Этого за глаза хватает для того, чтобы в целом светить все на таких вот коротеньких, маленьких картах, если мы на нее попадем. Все, поехали. Тут сейчас надо будет запотеть. Юсивин 90. Короче, надо вот сюда вот прокатывать и пытаться пересвечивать всех. Попробуем это оформить. Не забыть кровать расправить. Блин, ну вообще, да, будет косплей стрима Грани. Немножко. В ПВТУ. Опа, засветился. Это от кого, мне интересно, засветился? Главный вопрос. ПЗ. Хорошо. Илси, убить. Да, он меня не засветил. Идеально. Идеально. Смотри, здорово. Так, ОПТ. Еще две не светились. Много парней в городе. Должно быть, по идее. А, вон. А, нет, это другая прописала. И 6 не видим. Здесь есть кто? Никого нет. Тут никто не прокатывает. Никого. И Сэм. Топовый. Потерял меня, бедолага. Он меня не видит, серьезно? Так, а можно с ним что-нибудь сделать? Гайс. Свечусь. Надо выйти ему дать урон. Отлично. Минус, чувак. А еще, знаете, что надо сделать? Надо вот это вот все пересветить обязательно. Потому что наш уже пропушили. Багета понеслась куда-то. 4-3-2, конечно, просто шикарнейший ЛТ. Наверное, один из лучших на 8 уровне, если не лучший. Есть. Вот они. Полетели. Поджог? Нет.
Хорошо. Хорошо. Угу. Отдыхаешь. Четко. Четко. Это меня не видит. Обалдеть, суммарка. Хорошо. Ёлка получше будет? Нет, абсолютно не соглашусь. Отлично. И из 6, поехали его убивать. Шикарный бой. Денисище, я дико рад. Я такой бой сыграл. Танк просто пушка. Нормально. Отлично. Просто шикарный бой. В плане фарма мне больше нравится тёлка, но когда хочется его не сделать, беру его. Так, офигенный. Очень крутой танк. Мне прям заходит он. Всегда заходил и заходит. Сильный. Просто шик. 1655 опыта, 3700 урона, 3 фрага, 4200 на свет, ну плюс гусляп вроде бы, если не ошибаюсь, и 3700 урон. Ну, четко.